Здравствуйте, мои дорогие! Я счастлив приветствовать вас в эфире еврейской еженедельной телевизионной программы «Алеф». Сегодня мы продолжим нашу беседу с известным киевским историком Виталием Рафаиловичем Нахмановичем, известным исследователем проблем Холокоста, Бабьего Яра и межнациональных отношений во время Второй мировой войны. Итак, мы продолжаем беседовать с Виталием Нахмановичем. А скажи, пожалуйста, вот немцы в Европе старались скрывать то, что они делали с евреями. Говорили о депортациях, о том, что их везут на восток, что будут они ехать в какие-то другие земли. Они как бы просто исчезали. И местное население как бы очень старательно делали так, чтобы не было контактов, чтобы никто не знал, что происходит. Здесь же было не так, об этом знали все. Немцы не особенно скрывали. Хотя, с другой стороны, как известно, они пытались скрыть следы своего преступления, когда уже приходила Красная Армия назад, уже Советская Армия, в 44-43 годах. Почему так? Ну, значит, во-первых, насчет того, что они скрывали. Они ничего не скрывали. Это, опять же, к вопросу о том, что есть Холокост, да? То есть Холокост не просто физическое убийство. Это весь комплекс антиеврейских мер. И никакие антиеврейские меры, которые они проводили в других странах Европы, они не скрывали, да? Все ограничения, которые вводились, вводились публично, гласно. Депортации проводились открыто, все знали, что евреев сейчас вывозят. Все, что делали немцы по отношению к евреям, было известно в полной мере там, где это происходило. Просто действительно в другом. То есть мы можем типологически разделить три зоны. Ну, там будут некоторые пересечения, но в принципе, значит, территория Советского Союза, где расстреливали, из Галичины вывозили еще в лагеря уничтожения, потому что в основных местах гетто уничтожались на месте. Но это связано с тем, что Галичина была включена потом в состав генерал-губернаторства. Это Польша, ну, собственно, не Польша, а именно генерал-губернаторство, да, то есть то, что осталось от Польши, где были, собственно, сначала гетто, потом созданы лагеря уничтожения, куда свозились для уничтожения люди. А, была еще одна территория, где евреев расстреливали. Это германская оккупационная зона в Югославии, то есть Сербия сегодняшняя. Там тоже стреляла из нас группа на месте. И все остальные страны Европы, из которых просто вывозили в эти лагеря смерти. Вот приблизительно вот так вот три зоны мы можем, так сказать, выделить, ну, с небольшим пересечением пограничных. Мы сейчас не обсуждаем ситуацию в странах союзных и Германии, она была разная, это тоже очень интересно. Почему они так поделили? Ну, я думаю, опять же, да, по той же причине, которую я говорил с самого начала. Это зависело от их общего видения цивилизационной карты Европы. Да, то есть одно дело Западная Европа, ну, Западная, Северная, так сказать, Европа. Это цивилизованные страны, там вообще надо себя вести по-другому. Чем дальше на восток, тем, ну, все это дикари, это варвары, а почему-то там не надо с ними церемониться, да, там дело не в евреях, да, дело в местном населении, которым, в общем, на него можно не обращать внимания, на его реакцию, так сказать, и так далее. Я думаю, что это вот с этим связано, потому что, опять же, никаких документов у нас нету, почему вот так тут, а тут так, почему тут стреляют, тут как бы гетто и лагеря смерти, а там только депортации, у нас нету документа, которым было бы написано, что это было так, так и так. Но на территории Украины, как и во многих других странах, были различного рода модели отношения к евреям. Некоторые даже пережили войну на территории Украины и не были уничтожены. То ли они были в лагерях, то ли они просто жили вполне легально, как на Закарпатье или в Буковине, в Черновцах. Мы знаем, что эти люди даже не скрывали, что они евреи. Насколько вот эта политика тотального уничтожения европейского еврейства, восточноукраинского еврейства, восточноевропейского еврейства, насколько она была всеобъемлющей или насколько она была неким общим направлением с различными нюансами? Нет, ну, во-первых, такая неправильная постановка вопроса, да? Нельзя вообще говорить о Холокосте на Украине. То есть Холокоста не было на Украине, да? Холокост был в Европе и в том числе на украинских землях. То есть поэтому не было такой единицы Украины, где проводилась какая-то политика. То, что сегодня является Украиной, на тот момент входило в состав самых разных, так сказать, государственных или административных образований. Соответственно, там была разная ситуация. То есть с точки зрения истории Холокоста,
Украина – это искусственное понятие. Поэтому, когда ты говоришь о Буковине, например, значит, надо понимать, что Украина входила, во-первых, с точки зрения даже немецкой подчиненности. Здесь была зона военной администрации, зона гражданской администрации, рейхскомиссариат Украины и зона гражданской администрации дистрикт-величина, то есть генерал-губернаторство. Да, это уже три разных как бы, территории с тремя разными в общем, ситуациями. Ну, с точки зрения Холокоста, допустим, зона военной администрации и рейхскомиссариат приблизительно одинаково, но, скажем, в рейхскомиссариате был генерал-округ Волынь-Подоле, где были гетто и долго были, на остальных территориях их не было. Дальше. Было Закарпатье, которое было частью Венгрии. В Венгрии вообще не было никакой антиеврейской политики. В Венгрии был, значит, там было два эксцесса. Один, когда после начала войны венгры начали высылать евреев-беженцев из Чехословакии и Польши сюда на территорию Украины, в Каменцу-Подольскому и Ивано-Франковщину. И немцы их здесь стали расстреливать. Этот огромный расстрел в Каменце, это расстреливают евреев, депортированных из Венгрии. Когда в Венгрии узнали об этих расстрелах, они перестали депортировать сюда евреев. И второй эксцесс был связан с там, городом Нови Сад, это оккупационная зона Венгрии на территории Югославии. Там, значит, в ходе так называемой антипартизанской операции, на минуточку, еще расстреляли там тысячу или две местных евреев. Офицер, который этим управлял, отдали под суд Венгрии, там же, в Прихорте. Поэтому до того, как в марте 1944 года Венгрия была оккупирована Германией, и там поставлено марионеточное колбасинское правительство такое фашистского типа, никакого преследования Венгрии евреев не было, соответственно, не было и на Закарпатье. Когда немцы оккупировали Венгрию, оттуда начали вывозить всех в Освенцим и, кстати, из Закарпатья в том числе. Да? То есть как раз евреи, пережившие Холокост в Венгрии, это в первую очередь будапештские евреи, да? Потому что до них добрались в самую последнюю очередь. На Закарпатье не очень хорошо пережили Холокост. Дальше, ты говоришь о Черновцах, это вообще Румыния. Опять же, Румыния состояла с точки зрения еврейской политики, она подразделялась на регат, то есть королевские, старые земли королевства, на земли, присоединенные после Первой мировой войны, так сказать, бывшие земли Царской империи, это Буковина и Бессарабия, и Транснистрия, то есть это территория вот, Одесской области, там, Николаевской, которая была оккупирована. Это была румынская оккупационная зона, как бы, и она не была еще включена, не была включена в состав, собственно, Румынии. Опять же, во всех этих трех регионах было по-разному. В Транснистрии была вот этим сборным, это было такое, как бы, вот румынское генерал-губернаторство, да, вот сюда они, тут они их собирали в гетто евреев, и сюда их депортировали из других регионов Румынии. Ну, и здесь уже в гетто, но тоже где-то расстреляли, где-то не расстреляли, как раз на территории Транснистрии, потому что все-таки у них не было целенаправленной политики, как у немцев, она варьировалась. Она была антиеврейская, безусловно, они хотели избавиться от евреев, но вот прямо вот такой вот машины, они для уничтожения предпочитали, чтобы люди умирали в гетто сами. Они пытались перекидывать их в немецкую зону оккупации, немцы их возвращали, значит, сами разбирайтесь, так сказать, там были такие игры. С территории Буковины и Бессарабии долго шла депортация сюда, в Транснистрию, но там тоже были варианты и послабления, да, то есть там можно было получить, как в тех же Черновцах, да, причем при содействии мэра Черновцов, то есть люди, огромное количество людей, 20 тысяч евреев Черновцов, получали документы о том, что они полезные, и их, так сказать, не высылали. А когда какой-то момент, когда уже стало понятно, что дела плохи у Гитлера, то и оттуда перестали высылать. Что касается регата, то там они недолго оттуда высылали людей, очень немного, там, значит, несколько тысяч буквально погибло. Потом в 1942 году Антонеску остановил высылку из этих. Но это была совершенно другая история. Да, режим Антонеску был антисемитским режимом, он это декларировал, то есть он это не скрывал. Да? И он, конечно, хотел очистить, так сказать, Румынию от евреев. Но, во-первых, у него не было вот этой всей мистики, да, он не занимался решением вопросов всемирного добра и зла, да, он обустраивал, так сказать, свою страну. И у него не было этой вот завзятости гитлеровской, да, у них не было этой машины уничтожения, так сказать, ну, и вообще, как бы, ну, они все-таки жили немножко в других, как бы, морально-этических нормах, они еще там где-то
на оккупированных территориях могли себе позволить все что угодно, а у себя в стране все-таки они должны были следить за общественным мнением. Завершая нашу беседу, конечно, вопрос о том, что произошло уже после Второй мировой войны, когда, собственно говоря, понятно, почему нельзя было кричать об этом в течение, наверное, самой войны, а, вероятно, об этом мало кто знал. Но почему Советский Союз, в частности, да и западные страны тоже, ну, западные страны просто раньше об этом стали говорить, так долго замалчивали Холокост, так долго вот этот вот процесс уничтожения старались аккуратно не афишировать, не говорить об этом. А почему это происходило в Советском Союзе и почему возникла вот эта знаменитая над Бабьим Яром памятников нет? Ну, на самом деле, начнем с того, что во время войны-то как раз Холокост не замалчивали. Его, может быть, не афишировали так, как могли бы это делать, но существовали не только тексты, обращенные на Запад, но и тексты, доступные здесь, и по радио, и в газетах, да, регулярно сообщалось именно о массовом убийстве евреев. Другое дело, что не в Советском Союзе, не в западных странах, да, действительно, они старались как бы не педалировать тему Холокоста, скорее всего, ну, в частности, в силу того, что они не хотели подыгрывать нацистской пропаганде, которая говорила, ну как, вот на самом деле все евреи, да, Сталин, Рузвельт, Черчилль, все марионетки евреев, они просто пляшут под их дудку. Ну и чтобы, так сказать, не играть на эту, так сказать, не лить воду на эту мельницу, такая была осторожная политика. Замалчивание Холокоста в Советском Союзе было связано в первую очередь с вообще вот антисемитской политикой после военных лет, дело врачей и так далее, которое было проявление. Когда, в принципе, евреи были объявлены очередным народом врагом, да, то понятно, какая тема Холокоста может быть, с какой радостью, так сказать, нам же нужно нагнетать негативное отношение, почему же будем вызывать сочувствие. И на самом деле памятник Бабьему Яру проектировали еще в 1948-1949 годах. Был проект памятника, разработанный главным архитектором Киева Власовым таким. И он стоял в планах еще пару лет. Но они не успели его поставить. Хрущев уехал из Киева, забрал с собой Власова тут в Москву главным архитектором. И этот проект ушел. То есть, на самом деле, еще раз говорю, да, замалчивание Холокоста началось не во время войны, началось после войны в связи с общей антисемитской политикой. И продолжалось вот до оттепели, да, то есть в начале 60-х годов на самом деле пошло встречное движение. С одной стороны, на местах люди начали пытаться как-то увековечить память погибших. С другой стороны, власти тоже, так сказать, как бы пришли к выводу, что да, в общем, надо как-то потихонечку какие-то памятнички поставить, так сказать, и все такое. Но дальше начался конфликт, да, ну, как обычно, между стремлением это все сделать официозно в рамках общего мифа, так сказать, о войне, и среди общественности как бы сделать больше удар на ударение на трагичность этих явлений. Это тоже, опять же, связано не только с Бабьим Яром, просто Бабий Яр, как, ну, это Киев. Все-таки тут значение Киева, скорее, еще играет роль, да, а не там масштабы этого убийства. И дальше, ну, во-первых, антиеврейская составляющая в советской политике сохранялась до самого конца, да, она была, может быть, антисионистская, антиизраильская, какая угодно, да, но в том числе и антиеврейская. Да, поэтому был же памятник Бабьему Яру, да, поставили в 1976 году памятник Бабьему Яру. И каждый год там проводили торжественные мероприятия, ну, на районном уровне, неважно. Где приходили там люди, пережившие Бабий Яр, там, советский лагерь, они говорили какие-то слова. Все это было в рамках советского официоза. Советский официоз вообще как бы, во-первых, нельзя было сказать, что потери евреев во время войны были выше, ну, в процентном, во всяком случае, отношения, чем других народов. Потому что было известно, что самые большие потери понес русский народ. Дальше по списку республик, так сказать, евреи могли занять в потерях то место, которое они занимали в переписи населения. То есть, ну, это просто вопрос такой, как бы... Не по чину. Да, не по чину. Так не бывает. Теперь в Бабьем Яру памятников есть. Их там есть у меня, как поется в известной одесской песне. Памятников много, самых разнообразных. И, как всегда, со времен даже Советского Союза, со времен Куреневской трагедии, Бабий Яр какая-то очень напряженная точка, Бабий Яр какое-то вот такое место энергетического разлома. Там все время происходит что-то, происходит какое-то столкновение. Что сейчас происходит с Бабьим Яром? Появился заповедник? Заповедник появился, да, то есть такая, скажем так, появилась организация под названием «Заповедник Бабий Яр». А, значит, на работу в эту организацию людей, насколько я понимаю, берут по следующему принципу. Его спрашивают: ты знаешь что-нибудь про Бабий Яр? Он говорит: нет. Очень хорошо, тогда ты нам подходишь.
Значит, то есть там 100% набрано вот такие сотрудники, которые ничего не знают про Бабия. Там нет историков среди этих сотрудников тоже. То есть это изначально такая удобная структура, которая не будет вести своей политики. Да, то есть это обычные чиновники, которые возьмут под козырек под любое принятое или непринятое решение. Надо что-то сделать, сделать, не надо, не сделать. Отведена ли им территория или нет окончательно, так и непонятно. То есть до сих пор непонятно, хоть какая-то, я же не говорю вся, но хоть какая-то. До сих пор не ясно, имеет он западную территорию или не имеет. Имеет он средства на то, чтобы этой территорией как-то заниматься или не имеет. Поэтому на официальном уровне, я думаю, все это кончится, как обычно, осенью, там, ну, торжеств положат цветы, пройдут какой-то вечер в опере, например, то есть, и все. На уровне общественном все как было, поскольку у нас общественность разделена на миллион сегментов, то каждый думает только о своем, да, евреи, значит, еврейской памяти, украинцев, украинской, цыгане, цыганской, так сказать, и так далее, да, ну, вот поэтому там и стоит 20 с лишним уже памятников разным событиям, людям, так сказать, в том числе вполне экстравагантные, как, например, памятник остарбайтерам, который установил, так сказать, предыдущий мэр, почему-то тоже в Бабьем Яру. Ну, то есть только там еще покрытием Арктики только осталось поставить памятник, и все будет уже на месте. Ну, соответственно, то есть нет в обществе никакой силы, да, которая была бы, с одной стороны, готова консолидировать всю эту деятельность, и самое главное, была бы достаточно авторитетна, чтобы ее послушались. То есть предлагать-то можно много чего, да, но вопрос в том, что нет, общество не имеет тех авторитетов, за которыми оно готово идти. А вопрос Бабьего Яра, он может рисоваться только на уровне моральных авторитетов, потому что все попытки прийти туда с деньгами, как мы знаем по еврейским вот проектам, одному, который уже похоронен, и второму, который, к сожалению, пока еще существует, они имеют слишком большую составляющую именно коммерческую или рекламную, или какую-то другую, которая каждый раз отодвигает на задний план, собственно, какой-то этический момент, чисто уроки истории и так далее, да, и оказывается, в конце концов, не соответствующее этому месту. Это значит, что ее нельзя реализовать. Ну, можно, наверное, продавить любой бессмысленный проект, так сказать, при должном желании, так сказать, и заплаченных деньгах. Но это не решит проблему. Да? То есть проблема может быть решена на уровне консолидации общества, ну, какой-то его, так сказать, значащего сегмента этих и общественных организаций для того, чтобы вместе что-то сделать. Но они не могут это сделать только в Бабьем Яру, да, то есть это может быть только частью общего какой-то консолидации украинского общества. Я не буду вас спрашивать о том, возможно ли вообще консолидация общества вокруг какого-либо сегмента. Мы беседовали с известным киевским историком Виталием Рафаэловичем Нахмановичем, крупнейшим специалистом по проблемам Бабьего Яра и вопросам Холокоста и межнациональных отношений во время Второй мировой войны. Всего доброго. Я был очень рад увидеться с вами. Увидимся ровно через неделю на вашем любимом 9-м телевизионном канале. Да хранит Всевышний вас и ваши семьи, чтобы все у вас было очень хорошо. Мир вам. Шалом. До свидания. Лехи Траут. Lay upon your heart strings to me. I will sing your strange melodies. Dance with me a magic ballet. Stay with me till night turns to day. Let me in your dreams, angel in my heart.